Сорян, братва, сорян. Это была вынужденная мера. Я не думал, что сбросится. Я body lightweight. Мы с Васипом так давно знакомы, со времен начала мироздания. Йоу-йоу. Йоу-колопокколо. Ну давайте, задавайте ваши каверзные вопросы. Чего вы одни смайлики ставите? Как-то это очень с вашей стороны странно. Глупый вопрос. Продолжаем. Васип заимел пузо первее. Конечно, пустил бы мастер тебя не пустить на порог. Ты уже практически родной. Я тренирую, конечно, тренирую. Сорян за сто. За все сорян. За все сто можно было. О, онлайн растет. Красавчик Invisible, спасибо. Я вот люблю, когда вы помогаете мне отсеивать лишние вопросы. Я прямо от души вам благодарен в такие моменты. Мне хочется вас обнять и расцеловать. Число. Ну давайте, давайте же. Привет. 5000 дорого, но извини, я не торгуюсь. Пойди купи дешевле. Засохшие протеиновые колбасы. Да? Полегче с обнимашками. Да я затискаю вас полностью. Значит, по поводу рекорда трансляции, рекорд трансляции был 11 тысяч человек. Вот. А что касается в раздевалке, слушай, я не знаю, почему я выгляжу старше, чем ты в своем 5-м классе. Ну, как бы, вообще это странно, когда мужика волнует внешность другого мужика, тебе не кажется? Вот. Да, было 11 тысяч. Вот. А в раздевалке? Нет, там не 3, там было меньше. Но тоже был хороший онлайн. Да. Ну, потому что я там голый сидел. Я позировал. Купить пиджак и фуражку. Мастер, ну, когда я буду топ-10 среди про, тогда я сделаю из Васипа не личного водителя. Водить он не умеет. Вот. Я сделаю из него личного помощника такого, знаешь, он будет бегать, суетиться, зонтик носить, там вся хуйня, сумки мне давать, там, блядь, кредитные карточки вынимать, обратно складывать, как-то так. Пузо мое, да, будет носить еще, в руках держать, блины, возможно. Васип Тигр, блядь, Васип Тигр, не то слово. Давайте, говорите, как вы меня любите. Как что вы меня любите? Как кого? Вот скажите. Ну, типа... Васип тупит, не понимает, что я в перископе. Пишет мне сейчас ВКонтакте. Где ты? Сука, где я? Где я в перископе? Где я? Как хинкали? О, да. Это сильная любовь. Мне нравится. Как кладезь знаний, и это тоже очень хорошо. Я практически энциклопедия для вас. Как почка протеина. Ой, не могу. Почка протеина тоже хорошо, кстати, получилось. Обсуждали неинтересно уже. На Байконуре ракету запускают. Потрясающе. Великий маркетолог. Да, это я. Курсишь. Сука, не могу. Мне нравится, добрый вечер. Мне нравятся ваши, как сказать, аллегории. Даже не знаю, может быть, я как-то не так сказал. Ну, короче, ваше признание мне нравится. Как тебе этот, как тебе тот? Давай лучше ты сам расскажи, как тебе шпак вообще? Как каникулы тайские? После моего перископа ничего не смотришь? В смысле? Настолько заебываешься смотреть мой перископ, что уже потом просто ничего не можешь видеть? Или потому что... Потому что что?
Как тебе Достоевский, блядь, как тебе Пушкин? Как комарик любит ездить на велосипеде. А я даже не знал, что комарик любит ездить на велосипеде. Скучно у остальных? Я не знаю. Мне казалось, самое дно у меня. Оказывается, нет, у меня не самое, да? А, да, кстати, после того, когда я заканчиваю свой перископ, уже петухи поют. Потому что я начинаю свой перископ в 12 ночи, заканчиваю в 4 утра. Вместо подушки горшок с подрастением. Нет, ты ошибаешься, я лежу на спинке дивана. Видишь, это спинка дивана, горшок стоит сзади. Ну, вообще, это брутально, это хардкорно лежать на горшке из-под этой, из-под пальмы. Привет. Режим полуночник, да, включен уже давно. Как шейх, только нету тёлок, чтобы с опахалом махали, стояли, короче, да. Спасибо, спасибо. С физико-мональными шариками, блядь, Лаврентий, ну заебись. Блин. Хорошо, конечно, ты провел, прям подытожил. Сорян за то, что предыдущая трансляция прервалась, ничего особенного, не волнуйся, все самое интересное сейчас, что есть мональные шарики. Здорово, Кубань, вам тоже привет. Васип пришел, а кто видит Васипа, с чего вы взяли, что он пришел? Сейчас такой кокрико, блядь, я здесь, суки. Кстати, вы видели, Васип выложил отчет, сколько ему денег перевели. Вы чувствуете эту честность? Чувствуете эту еврейскую честность? В 10 раз сократил, короче, всю сумму переводов от балды понаписал там. Минус 0 из каждой написал. Такой типа, мне напереводили там в сумме там чуть больше 10 тысяч, да, там он что-то. А на деле столько сорей напереводили, блядь. Чувак теперь год работать не будет, да, Васип, блядь? Все нормально, короче. Можно рекламу в угарке не продавать. День рождения прошел не зря. Идея была хорошая. Ах ты, блядь, еврейская морда. Сметану с булками, я думаю, хватит, да. Мультивитамины, ну, конечно. Оп, комплевита. Оп-оп, две таблетки. И все. Да, гомик, ты тоже? Давай будем знакомы. Обожаю гомосеков. Муа. Сладенький прям такой. Какая у тебя кепка. Она не такая кокарда. Прямо заводишь меня. Это пиздец. Это просто пиздец, товарищи. Встретимся в баре «Голубая устрица» сегодня. Ты узнаешь меня по большому, большому бицепсу. Зайка. На чем мы остановились? Посоветуй про цена качество объективно. Леврон. Большой кожаный бицепс. О, да. Он будет весь в венах. Мой большой венистый бицепс. Да. Я буду эякулировать на тебя своим бицепсом. За просто тебя заэякулирую им. Мне никто ничего не говорит. Я сам себе хозяин. Я самец, блядь. Я сам решаю, когда мне выходить в перископ. Мне никто не указ. Ясно? Васип не свалил. Васип фапает сейчас. Фап-фап-фап-фап-фап-фап-фап. Тащите арбуз. Чё, арбуз, давайте мне дыню торпеду. Чё, Мама, да, маму слушаю. Если мама говорит, что надо спать, я сплю. Что за заявление? Какие заявления? Грин дыню торпеду еще не это, как это называется? Не шатал. Скрипатура, если она неуместна. Не знаю, как не справиться. Массаж, может быть. Грейпфрут. Легко. Да просто, блядь. Да как два пальца. Хоп-хоп и все. Да. Мама у меня могет.
Почему ничего не слышно? Потому что у тебя выключен звук. Звук, говорю, включи. Включи звук. Все понял. Дронич, отстань. Можно я козявки поковыряю, ребят? А? Вы же не против? Это же не будет казаться, как будто я свинья. Александр, я вообще не понимаю, что ты пишешь. Рассказать пример моего природного очарования и харизмы. Ничего не думаю, мне неинтересно уже обсуждать. Замусолили, ребят. Вы видно, что кто задает такие вопросы, вы очень редко заходите в мой перископ. Поэтому, извините, неуместно. Не успел прочитать вопрос. Полетели би. Мастер, да, потерял хватку. Хватит уже. Хватит уже, блядь. Так вот, короче, по поводу моего футбольного обаяния, футбольного, блядь, природного обаяния и харизмы. Так это чё? Чё тут? Я-то чё? Это маме с папой спасибо. Чем одарили, тем одарили. Такой вот я красивый родился. Умный, начитанный, воспитанный, интеллигентный, неповторимый, неподражаемый. Один единственный. Валерон, тестостерон. Только двоюродные. Троюродные, двоюродные. Ради объявления. Здравствуй, Валерон. Здравствуй. Наушечки включи. И Васип. Валера секс. И Васип. Васип секс и Валера. И Валера секс. И Васип. Ой-е. А знаете чё? Ничего. Ну, ты их победил там в своем сне-то, ты им задал за меня, блядь, трепку-то, а? Блин, Твин, ты какие-то странные вопросы задаешь, я не знаю, как тебе на них отвечать. Что думаешь про 2015? Собираешься в этом году всех порвать? Там, блядь, нет, думаю, просто выйду, это, как посижу на диете, выйду, блядь, пойду, постою на сцене, да поеду, блядь. Ну что, ну, блядь, ну, как бы, я похож на человека, который готовится без настроя. Или который готовится просто так, блядь, просто чтобы готовиться, или что, или который организует какие-то, блядь, бои, единоборства для того, чтобы привлечь к себе внимание, или что, блядь, или я все-таки как бы спортсмен профессиональный, как ты считаешь? Вроде рыбий жир не продаю, единоборства не устраиваю, как бы, с пресс-конференциями, ну че вы? Твин, не задавай мне такой вопрос, я не знаю. Я не судья. Я, все, что я могу сделать, это выставить свою лучшую форму. Вот как бы. Это то, что от меня зависит. Остальное это не ко мне. Go в Турцию. Thank you very much. Лучше вы к нам. Ждете лишь, когда я запою? Да хоть сейчас. Знаете, какую могу песню спеть вам сейчас? На лабутенах, нах, и в охуительных штанах. На лабутенах, нах, и в охуительных штанах. Штанах! Блять. Та-да-дам, та-дам, та-дам. Та-да-дам, та-дам, та-дам. Кому нужен этот семинар, блядь? Я думаю, что Валерон фит Усманова. Усманова даже просто... Я, блядь, я размажу ее просто, Усманова, блядь. Никто даже не заметит, что она на сцене, даже если она будет в очень-очень-очень сексуальном купальнике с очень красивой задницей и офигенными сиськами. Просто потому, что если я возьму микрофон, то все пиздец, ребята. Держите, блядь, меня семеро. Я затанцую, запою и запозирую.
Васип, блядь, ты что такое пишешь вообще? Я приличный, блядь, приличный человек. Я приличный, приличный бодибилдер, у которого давным-давно ничего не стоит. У меня даже титюль, у меня титюль красивее просто. У меня одни соски, чего стоят сгина. Блядь, еще один пришел, ебать, заботливый парень, блядь, о моем режиме. Все типа такие заботливые, просто охуеть. Я не знаю, я не застал эти времена, блядь, со советского бодибилдинга, когда я юзаю, блядь, пиво, когда мне хочется. Я думаю, что тебе не стоит заходить ко мне в Перископ с выражениями и вопросами по поводу того, что я думаю, по поводу того, что кто-то там сказал. Ты, как бы, видимо, совсем потерялся, мой друг. Это настолько не актуально, как открывать сейчас магазин спортивного питания. В чем проблема? Я скажу тебе, в чем проблема. Ты делал перевод мне на карту Сбера на новый телефон? Дай подумать. По-моему, нет. Так в этом и проблема, потому что у меня нет нового телефона. А все потому, что ты не сделал перевод для того, чтобы я его купил. Все уже перевели, а ты нет. Чего ты ждешь? Переводи. Когда будет реклама Energy Diet? Не знаю, пока этим занимается Гостюнин. Нет, не солью. Я немножечко оставлю себе на новой кроссовке. Где лайки? Лайки, йоу, давайте лайков. На какие соревнования? Я хуй его знает, я не готовлюсь ни на какие соревнования. Я так просто с вами в Перископе лежу. За жизнь пиздю. Какого Арнольда? Какого Арнольда? О чем это вы? Так точно, мастер. Правильно, Дронич. По легкой атлетике. Точно, Лаврентий, спасибо. Ты прям выручаешь, периодически выручаешь. Хорошими такими правильными ответами на неправильные вопросы. Кстати, ребят, чё как? Кто думает, чё о чём, почём? Топ по лайкам. Вот и стоп по лайкам, поясни, мой маленький толстый друг. Что это такое, топ по лайкам? Жрать охота? Ща пожрём. Ебать, у меня знаете, чё осталось? Заебись там, где деньги есть. Вот это да, Лаврентий, поедание трески в условиях гипогликемии – это жесткая штука. Валер, что думаешь, Валерий Живухин? А вот за этого парня я могу сказать, бля, он охуенен, ребят. Вот просто, вот никто так не охуенен, блядь, а Валерий Живухин, я могу сказать, да, железно, просто нереально охуенен. Понятия не имею, Лаврентий, блядь, вообще не понимаю взаимосвязи никак, но это факт. I am the best of the best of the best summer rain. Thank you very much. Втирай комара в голову, трахала твоя лысая башка. Слушай, если бы моя лысая башка тебя трахала, я думаю, тебе было бы очень тяжело ходить. Потому что голова у меня большая, блядь, если бы она влезла в твой задний проход. Ебать, я думаю, ты бы не смог этого забыть никогда. Хоть с комарами, хоть без. Если просто бы еще комаров тирал, там были бы шишечки, я был бы, как знаешь, в презике с пупырышками. От этого твоему анусу доставило бы еще больше, поверь. Ну, хотя, с другой стороны, всегда есть вазелин, и можно с разгону, если что. Вот это было бы да. А вот это вот что это? Васип, пошел нахуй. Ой, не могу. Мне тоже было очень смешно, когда я эту фразу услышал. Что я ставлю сейчас? Клизмы в основном, ты знаешь, получаю от них удовольствие. Как физическое, так и эстетическое.
Дрончик, я тоже, если что, не в курсе. Самому было интересно. Может быть, со звуками ту-ту просто, блядь. Давайте. Как трактор, знаю. А трактор тор-тор-тор-тор-тор. Вот так. Что за объявление? Я специально не сплю. Я не знаю, какое объявление. А почему ты не спишь? Пойди, ложись и спи, сын мой. Валера, топ лайков. Я топ лайков, Васип? Рили? Паровозик, который смог. О, здорово, Астрахань. Когда трансформация Васипа будет? А сам-то как ты думаешь по этому поводу? Давайте, мастер, качай там руки, ага, левую, правую. Ну ты понял. Донатим на новую мобилу Валерону, это точно. Блять, Васип, ты только не говори, что ты больше всех еще лайков мне поставил. Ты понимаешь, что мы палимся с тобой сейчас? Если ты ставишь мне много лайков, нас пацаны спалят. Да, он вчера говорил, что полетел к вам в Астрахань с семинаром. Скажу потом, сейчас-то я не могу же посмотреть. Пиздах, 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 пиздах. А, не знаю, Дронич. Кто на ЖДП? Блять. Ребята, о чем вы вообще говорите, сука? На каком языке? Вы какие-то непонятные мне совершенно. О чем говорите, что пишете? Мобилу он мне пошлет. Знаешь, сколько таких было, как ты, с обещаниями. Мобилу послать, денег подарить. Ага. Васи, подстань. Че ты душный такой, блядь? Не хочу ничего убирать, не лень. Трицератопс, конечно, есть, да. Да. Чё ещё? Говорите, блядь. Не молчите. Ребят, не молчите, говорите со мной. Бля, Васип, сука, ну, честно. Ты сейчас просто срываешь покровы. Зачем ты это делаешь, подонок? Ты, блядь, просто оголяешь сейчас и режешь по-живому. Цветы, конечно, поливаю, я их даже удобряю. Растение охуенное. Нет, зачем его пиздить? Он добро. Опа! Слышали, как у меня там мотоциклы делают? Ребят... Правда, уровень примитивных школьников и юмор, вся хуйня. Лучше молчите, блядь. Не оголяйте свои знания, пожалуйста. Не, не мешает. Много лет прошло уже. Блядь, иногда, конечно, школьники доставляют такую, блядь, хуйню пишут. Думаешь, ёб твою мать, лучше бы ты молчал. Чё я такой уставший? Так ночь уже, жиробас. Блять, ну пиздец просто. В зале жарко, конечно. А что, пить надо больше? Но правда, писать тогда тоже приходится больше. Нихуя себе 40+. Вы что там, ёбу дали, что ли? Так, что у нас еще тут на повестке дня? Понятно, какой вес, какой рост, длина, антропометрия, толщина. Мужик уже нахлобучился, блядь. Ебать ты остряк просто. Ты даже смешнее, блядь, чем моя борода, когда я не брею. Так, сейчас кто-то в бан полетит, вы опять за свое, что-то заебываете меня каждый день, блядь. Чё я вас не спрашиваю про ваших тёлок, ребят? А? Где ваши тёлки, ребят?
Что за хуйня? Почему я их не вижу? Здорово. Да, я вижу меньше сотни, конечно. А где ты там спину-то рассмотрел, Васипман? А, в отражении что, спину видно? Нихуя себе. Твоя отдыхает на боли. Что такое боли? На паблике 40 килограмм, да. Выложить фотографию с вопросом, ребят, что со мной? Кто-нибудь в курсе, нет? И все такие, ебать, ты опух, что с тобой? Да что ты знаешь о боли? Моя на боли. Чувак, ебать ты безграмотный, я в ужасе просто, блядь. Боли, блядь. Боли. Да ты хоть куда хочешь ударение ставь, блядь, пишется Бали, ёпта. Блядь, ну пиздец. То есть хватило денег, чтобы поехать на Бали, блядь, но не хватило знаний, чтобы узнать, как правильно пишется название места, куда поехали. Ну вы, блядь, даете. Пиздец просто. Не иначе, как москвичи вы. Москвичи. Что скажу о поединке 49% и Тихого? Скажу, что если тебя интересует этот вопрос, то ты глуп. Как минимум. Это самое мягкое, что я могу сказать по поводу этого, блядь, вопроса. Валеро, не гони. Я когда посмотрел железный рейтинг, когда вписался вот в это все, и Вася Кузнецов, блядь, снял вот это вот, блядь, просто никчемное видео, которое якобы рассказывает о том, блядь, кто как готовится к этому, блядь, якобы бою. Это пиздец у меня. То есть мое уважение всякое, блядь, закончилось на этом, к этой программе, как бы, если честно. От души просто закончилось. Вот. То есть, ну, короче, no comments, ребят, вы уж извините. Спасибо, Твин, хорошо. Хорошо, ребят, спасибо, спасибо. Мне, честно говоря, вообще по барабану. То есть я же по этому поводу все объяснял. Мне, как бы, блядь, реклама в каких-то еще там пабликах, каналах, как бы, нахуй не нужна. Почему? Потому что, блядь, у меня паблик больше, блядь. Свой канал у меня есть, который, блядь, все вы смотрите, и не только вы. Ну, собственно, мне как бы зачем дополнительная реклама? Мне и так все везде знают. Вот, Васип, не пизди. Вот, не пизди. Я не ныл никогда по этому поводу. Я, наоборот, стебался. Я объяснял причины тебе. Ты отлично причины знаешь. Давай показуху здесь не устраивай, Васип. Мы взрослые люди. Я тебя просил. Есть вещи, которые можно говорить, есть вещи, которые нет. Вот. Качество картинки может быть и норм, но вы знаете, когда это все, блядь, превращается в желтую прессу, то как бы я не горю желанием быть частью желтой прессы. Вот это все, что я могу прокомментировать. Во всех остальных вариантах захотят снять, пускай снимают. Не захотят снять, блядь, пускай не снимают. Мне вообще все равно. Пиздато отношусь к алкоголю, обожаю, бухаю, ебать, каждый день. Вискарь люблю, коньяк люблю, пиво люблю, вино хорошее люблю. Дронич, ну конечно, почему нет? Валера пьет, а Валера и не говорил, что он не пьет. Кто мой фаворит на чемпионате Москвы? Он у меня, блядь, должен быть, что ли? Пиздец. Чемпионат Москвы фаворит.
спасибо за отличный вопрос. Пивас, блядь, вообще люблю, очень люблю пивас. Хороший такой, вкусненький. Когда последний раз бухал сегодня? Я бухаю каждый день, ребят. Что, не видно, что ли? Лицо, как у пивного алкаша, который в вашей парадной каждый день тусуется. Васипа поздравил. Сватки при инжекте занюхиваю каждый раз. Не знаю, это не ко мне вопрос. Васип, какое у тебя странное мировоззрение. Как, значит, дрищ, так сразу ебучий. А как качок, так сразу красавчик. Васипу подарил свою любовь и немножечко страсти. Ну, еще пару объятий. Ну, очень, очень крепких, блядь. Не то, что вы даже любовь подарить не можете, нищеброды. А я могу потискать. Да не нужна ему баба, ребята. Че вы, блядь, нашли, что дарить Васипу? Он ее продаст или обменяет на что-нибудь в тот же день. Вот правильно, Васип, правильно. У тебя есть я, зачем тебе баба? Ты такой оригинальный процветок сейчас был, прям вообще, прям оригинальнее оригинального. Но тем не менее, блядь, все равно от души спасибо, очень весело. Ну что, мои маленькие, кажется, пора вставать и идти жрать. Сейчас время посмотрю только. Не пора ли нам пора сейчас? О, да, нам пора. Нам пора кушать. Васип, верный однолюб. Позирование делать мне нехуй. Я вам что, по команде тут позировать буду, что ли? Я буду с вами кушать, конечно. Куда же я без вас? Супца понаваристи, это точно. Супца, блядь. Подождите, я сейчас включу свет. Оп, оп. Хероина. Я не знаю, кто такой Рик Росс. Что это? Сочувствую тебе, мой маленький друг. Так, подождите, ребятушки. Надо орехи открыть. Рик Росс, рэпер такой, я понял. Ну, я, блядь, не вообще не разбираюсь. Блядь, орехи хорошо. Пацаны, я должен вам сказать. Вам сейчас придется немножко посмотреть в потолок. Потому что я буду накладывать себе еду. Это первое. А второе... Но я пойду пописываю, ладно? А я не могу, сейчас обоссусь. Ребят, а вы слышали, как я интеллигентно писал? Слышали? Я очень интеллигентно пописал. Тихонечко, тихонечко. Я даже ни разу не пукнул. Вы заметили, что я ни разу не пукнул? Все для вас. Руки помыл. Ошибаешься. Ой, орешек выплюнул. Так, короче. Теперь накладываем еду. Погодите. Погодите. Не мешайте.
будем кашеварить. Охапка дров и плов готов. Знаете, такое? В чем секрет пуза? Очень оригинально. Я думаю, у тебя нету еще ни пуза, ни мышц, ни хуя. У тебя есть только, блядь, твое маленькое, но уже слегка раздутое эго. Вот это вот, честно, вот не могу не оставить без внимания этот тупняк. Ты на ночь угли ешь? Да ладно! И что, блядь? Я не понимаю, и что, блядь? Я ем угли на ночь. В чем проблема? Или доктор Курпатов сказал, не есть угли на ночь? Или кто, или, блядь, Станислав Линдовер сказал, блядь, не есть угли на ночь? Или что, блядь? Кто сказал, что их нельзя есть на ночь? Какая причина, блядь? Блядь, пиздец. Ребят, давайте так. Ваше дело, блядь, следить за моим пузом, блядь, стало оно больше или меньше? Мое дело выступать, короче, и выигрывать. Вы можете там хоть запиздеться, блядь. На по факту, блядь, мы имеем результат, блядь. Я знаю, как сушиться, вы нет. Стану еще жирнее. Сынуль, ты кому это говоришь, а? Зародыши пшеницы. Ага, в кружку чая. Так. Красава. Спасибо. Я что, рыгнул, да? Я что, прям вслух, ребят? Ну, могли бы сделать вид, что вы меня не слышали. Чё вы? Культурная, блядь. Элита. Какую микроволновку? Я не понимаю, о чем ты. Ребят, не слушайте Васипа, он врет. Он всегда врет. Это его гадкая сущность. Спасибо, я старался для вас. Угу. Твою микроволновку, купленную на мои деньги. Оригинально. Оригинально. Конечно, попью. Обязательно. Обязательно попью. Вы, главное, только говорите, говорите. Чтобы я знал, что делать. А то без ваших оригинальных, остроумных подсказок я просто бы не справился. Мы тут с Питера, приезжайте. Здорово, сейчас приедем.
Мы тут тоже с Питера. Не приезжайте. Спасибо, Саммер Рейн. Блин, как я люблю кешью. Это пиздец. Вкуснее кешью могут быть только кедровые орехи. Но они, сука, дорогие. Просто нереально дорогие. В этом нет ничего страшного. То, что орехи жирные. Раскрываю, блядь, секреты. Сейчас будет хорошо. Сейчас будет охуительно. Сейчас я вам покажу, как надо правильно кушать. Смотрите. О! О! А вы сидите и рассказываете, как нельзя есть угли на ночь. Ладно? Порция для всей семьи, которую съедает один валерон, да? Lightweight, baby. Жиры обязательно нужны. Курицу мама готовила. Тушила. Васип, не раскрывай секреты семейные. Лаврентий, зачетно. Спасибо. Конечно, пью. Костров Магнатек. Да говорю же, помыл, успокойся, что ты заладил. Animal Flight, скажу, ничего особенного. Спасибо, Константин. Блять, еще один пришел с режимом. Ребят, как бы я без вас жил, если бы мне про режим не говорили, я даже не знаю. Васип, ты заебал. Каждую ночь, блядь, приходит кто-нибудь заботливый и говорит, как же режим? При этом сам сидит в моем перископе и говорит, как же режим? Да знаю. Я тоже вас люблю. Так вот он режим. Это мой режим. Можешь еще три попринимать, эффекта также будет ноль. Бля, я купил очень вкусные помидорки. Очень вкусные. Нет, наверное, еще один будет. Я-то себя дрящом не помню, а ты говоришь, помнишь меня дрящом. У меня просто очень скромные фитоняшки. Они слушают, но о себе знать не дают. Где я с Беккером, что ли, сижу? Ну и что? Где? В перекрестке. Курицу, рис, помидорки, орехи, кешью. Да, в перекрестке. Ну, черри слишком дорогие. Не, я купил какие-то хорошие.
не помню, как называются. Узбекский его. Нет, а почему после кеша должны пуканы мучить? Глюкозамин, хондроитин. Нет, кола у меня зеро, а лависта, конечно, нет. Хайгет узбек. Ну. Ну разрушили, так разрушили, блядь, не пейте тогда. Блядь, все понятно. Жертва маркетинга, короче. Пей, в общем, Animal Flex. Тебе за 3 месяца не помогло? Продолжай. Ты спросил, что надо? Блядь, ты же лучше знаешь. Хуяли Animal Flex. Пиздец. Дебилдеры, блядь. Просто дебилдеры. Не надо, Васип, не мешай парню. Парень пьет Animal Flex. Ему не помогает, но там все есть. Релиф лучше намного. Я релиф пью. Да, Рил 8 тоже хорошо. Смотри, ставь аккуратно. Инжекты на удачу. Не знаю. За 3000 рублей можешь платной консультации узнать. Да, было дело. Дела нет. Было дело, дела нет. Много. Очень много. Один раз, но не останавливаясь. Кажется, я банил эту девушку, она опять здесь. Кажется, такой вопрос мне кто-то уже задавал. Не банил? А, ну да, вы же там 3 подружки лесбиянки, или сколько у вас там сидело. У меня в Перископе устроили дискуссию. Да, нормальная тема, Вадим, конечно, иди. Иммунитет на бан. Круто. Ты прям Вольтрон, блядь. Лет. По математике уверенная тройка. Я только начал. Помидорки заебись. Я не знаю, я не читаю, что они тебе пишут.
хуй их знает. Грубияны, потому что. Да, Васип, да. Ну, в прибыль они не работают, это я могу вам сказать точно. Спасибо. Где вопрос? Я не вижу. Да ладно, нормально. Да пускай усиливается. Куру с рисом. Это называется food porn. Это про меня. Не знаю, я не пробовал, рил, не ел, ничего сказать не могу. Когда контракт со мной подпишут, будет автоматически не говно, а охуенная контора. Да, да. А ты думала, через что? Через что-то другое, что ли? Касса для всех одна. Цены тоже. Через что-то другое у кого-то другого. Карфер, такую хуйню ты уморозил, конечно. Конечно, станет охуенным. Они же со мной контракт заключат. А пока они со мной контракт не заключили, я ничего про них сказать не могу. Логику чувствуешь?
Зачем мне говорить что-то хорошее про компанию, если, блядь, мне с этого нету никакого интереса? А зачем мне говорить про нее что-то плохое, если я ничего не знаю плохого про нее? Чувствуешь? Одежду в спортивном магазине. Очень удобно. Нахуй сразу. Спасибо. До свидания. Ну да, я люблю кроссовки. Да заебали эти от груди. Твой знакомый бодибилдер, какой с 3-летним стажем занятий, повидавший серьезные препараты типа метандростенолона и сустанона, красава, конечно, пущет на заказ. Так оно посерьезней. Типа, детка, я такой здоровый, что на меня ничего не лезет. Да мне даже одежду шьют на заказ. Какой ты большой, нихуя себе. Прикольно. В конце месяца еду в Москву обсуждать все. Держи пятюню, Васи. 15-летний стаж, я тоже таких знаю. 15 лет занимаются на метандростенолоне. У нас целый зал таких. Тоже вся одежда на заказ шьют. Здоровые, ебнутся. Потом в раздевалку заходят, раздеваются. Блять, еще страшнее становится. Хочется сказать, чтобы не раздевались. Васип, кстати, да, тоже на заказ шьет джинсы, да, Васипман? А я говорю Викуня, я ему говорю, говорю, ребят, не надо, не пугайте. Очень страшно. Я говорю, ебически большие. Я над всеми острю, деточка. Не знаю, ребят, я же уже на диете, я не думаю, что я буду охуенно добр, что ли, или восприимчив к глупым вопросам. Я думаю, это стоит после соревнований делать. Викунь, съебись из моего перископа, сделай одолжение. Мне так от души насрать, что ты мне пишешь. У меня здесь таких, как ты, каждый день новые появляются. И каждый думает, что она, блядь, так оригинальна, что пиздец. Иди нахуй отсюда. Кажется, одной проституткой стало меньше. Дайте пятюню, ребят. Спасибо. Я вас тоже люблю. Обожаю вас. Моя мужская, блядь, жесткая компания. Меня это просто доставляет. Каждая шмара заходит и думает от того, что, блядь, у нее на аватарке там какое-то смазливое ебло. Это что-то, блядь, должно ей преподнести, блядь. Ебал в рот, блядь. Пошла нахуй. Неудачница, блядь. Да. Only man's, блядь. Forever. Да. Bitches go home, да?
Здорово, здорово. Сами Рейн, к тебе это не относится. Своих постоянных я просто обожаю. А всяких выебистых шмар ненавижу. Ненавижу, когда баба пытается самоутвердиться, блядь, безосновательно. Особенно, когда она, блядь, молодая и тупая. А вас, своих красотчик, я по именам все знаю. Тебя, Эврику, Софию, Олечку Кириллову. Мне кажется, у нас продолжается беседа, а в чем проблема-то? Ну и Васипа, конечно. Васипа не конкуренция всегда, вы же понимаете. Очень приятно. Конечно, сбрею. У Кристины есть перископ. Да, я знаю, что она смотрит иногда. Она просто не любит в этом признаваться. Следующий полетел, ребят. Смотрите. Прикольно, да? Васип сказал, что набрал около 13 тысяч. Да, Васип? Но мне кажется, что он не договаривает чего-то. Нет, 4 косаря это он написал на WebMoney или куда там. Или Kiwi. А еще, да, вон, 12 еще или сколько, 11. На Сбер ему накапало. Сущие копейки, да, Васип? Сам сидит такой, думает, ебать, как хорошо. Какой прекрасный день. Какой прекрасный я. Нет, какой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я. И песенка моя. Косарей евро. Но если бы Василий был в Евросоюзе, в Германии, то почему бы и нет? Как дядюшка Скрудж. Красава, Василий, ты еще яйцами кидался в людей, блять, я тебя начинаю уважать уже. Блин, я отвечаю, я полирну это все персичком. Просто сегодня персичком полирну это дело. Это будет просто, сука, охуительно. И еще немножко красной смородины. Не могу отказать себе. Прятался в шкафу. Вы не поверите, но я съел уже полупаковки кешью. Примерно 3000 на 2 дня, я уже говорил. Васип ужасный тип. Не, реально, я вам сейчас покажу, смотрите. Была целая. Как-то быстро все заканчивается, да?
вел стрим. Блять, Васип, ты, конечно, ужасный, блять. Просто ужасный. Мне кажется, когда-нибудь тебя изобьют. Но это будет совсем другая история. Конечно, но жареное-то мне нельзя. Я ем просто. Не знаю, я что-то не понял, что ты написал. Блять, как я устал жрать рис. Здорово. Я пожрал все. Но, блять, рис — это пиздец. Его так много. Ну я ем, Васип, какая бицуля. Спасибо. Не люблю гречу вообще. Ну да, я жрец. Я знаю. Прикольно тебе. Ага, особенно если в день ты ешь полкило сухого риса. Еще овощей туда вхуярь. Получится, блять, уже килограмм, нахуй. Куда ты это будешь заталкивать, я не знаю. Если только прямым ходом в одно место вталкиваешь, из другого вылазит. С тушенкой, да, отлично. Мне сейчас очень подойдет. Еще немножко, сука. Нихуя себе. Это сгущенка? Ну это вообще огонь. А что там на Камчатке?